Сегодня компания «Гифтоника» предлагает вашему вниманию замечательные чайные наборы. Здравствуйте. Добрый день. Итак, наш первый подарочный набор. В первый подарочный набор входит стеклянный огнеупорный чайник, подогрев и, конечно же, коробка с расцветающими чаями. Очень красивый цветок, и он выглядит как настоящая икебана, по-моему, смотрится замечательно в чайнике. Это не просто цветок, это зеленый чай вместе с тремя цветками амаранта. Красные цветки – это амарант. Сам чайник вмещает в себя 1,5 литра воды, из которого вы можете сделать в среднем около 5-6 чашек чая единоразово. И это все стоит на подогреве, который постоянно подогревает ваш чайник. Представляете, к вам приходит большая компания ваших друзей. И такого одного чайника хватает на всех, и тем более он всегда горячий. В среднем 5-6 чашек чая, и потом вы можете долить еще кипяток к тому же распускающемуся чаю и сделать еще 5-6 чашек чая. Это замечательно. Всего лишь один маленький шарик, и на весь вечер вы обеспечены замечательным, качественным, потрясающим чаем и, самое важное, хорошим настроением. Кстати, о шариках. А упакованы они в очень красивую подарочную упаковку. Обратите внимание, это похоже на книжку, но на самом деле это не книга. Открыв подарок книгу, мы видим там внутри расцветающие чаи, 12 расцветающих чаев, которые дадут возможность вам сделать около 100 чашек чая. Я бы еще раз хотела обратить ваше внимание на то, как упакован этот замечательный чай. Посмотрите, шарики чая, завернутые в разноцветную фольгу, все это в замечательных красивых коробочках и в золотом оформлении шелковой ткани. И даже просто открыв коробочку, вы можете устроить представление с завариванием чая для своих родных и близких. Я считаю, что это очень замечательно. К этому подарочному набору прилагается кожаная сумочка. Специальная кожаная сумочка, сделана из такого же материала, как и сама книжка. И после того, как мы положим эту красивую подарочную книгу вовнутрь сумочки, у нас получается готовый подарочный набор, в который входит 12 расцветающих чаев в книжке-подарке, 1,5-литровый чайник огнеупорный и, конечно же, подогрев. Хочу обратить ваше внимание на эту коробочку. Я бы никогда в жизни не подумала, что это чай. А это действительно чай. Это не конфеты, как многие думают. И поэтому давайте откроем и посмотрим, что же входит в этот набор. А в него входит 24 расцветающих чая. Обратите внимание, все они разных цветов. Это говорит о том, что здесь разные цветки. Там могут быть цветки амаранта, цветки лилии, цветки жасмина. Это все зеленый чай. Из каждого бутончика вы можете сделать порядка 5-6 чашек чая. А здесь 24 расцветающих чая. Вам хватит на несколько месяцев этого набора. Это очень красивый и оригинальный подарок. Я полностью согласна, потому что даже когда этот чай у вас закончится, эту потрясающую коробку из лакированного красного дерева вы можете использовать для чего угодно. Вы можете положить туда книги, можете положить туда сигары, можете положить туда деньги, в конце концов. Посмотрите, обратите внимание, какая потрясающая коробка. В подарочный набор чайные конфеты входит огнеупорный стеклянный чайник объемом 1,5 литра, подогрев и комплект из 24 расцветающих чаев. А также потрясающая яркая подарочная сумка-упаковка. Хочу вам напомнить, что в каждый наш набор входит стеклянный огнеупорный чайник объемом 1,5 литра и также стеклянный подогрев. А почему стеклянный? Потому что через его стенки хорошо видны расцветающие чаи, которые тоже входят в комплект. И они все разные. Они состоят из листьев зеленого чая, они состоят из цветков амаранта, они состоят из цветков лилии и жасмина. Они очень приятно пахнут жасмином. И, конечно же, я считаю, что иметь такой чайник хотела бы каждая хозяйка, потому что это действительно красиво, а еще и полезно, и потрясающе вкусно. А упаковали наши расцветающие чаи в специальную семейную коробку. А почему семейную? Потому что вот в эту шикарную, красивую коробку можно уложить 60 расцветающих чаев. А 60 расцветающих чаев вам хватит на полгода. Тем более, что из каждого расцветающего чая вы можете сделать 5-6 чашек чая. В подарочный набор «Моя семья» входит огнеупорный стеклянный чайник объемом 1,5 литра, подогрев и
красивая коробка, которая вмещает в себя 60 расцветающих чаев. Во все наши наборы входят расцветающие жасминовые чаи, которые очень-очень красивые и вкусные. Но сегодня мы хотим вам показать необычайно красивую коробку, в которую уложены наши расцветающие чаи. Обратите внимание, мы предлагаем два цветовых варианта. Это ярко-красный и ярко-насыщенно-синий цвет. Потрясающие коробки обтянуты роскошным ярким синим и красным бархатом и украшенные золотыми узорами и китайскими иероглифами. А внутри этой красивой коробки лежат три шкатулки, также обтянутые синим или красным бархатом, в которых лежат 25 расцветающих чаев. И это не просто расцветающие чаи, это зеленые жасминовые чаи. В некоторые из них входят цветки амаранта, в некоторые цветки жасмина, а в некоторые цветки лилии. Это очень вкусный и полезный чай. Я согласна. И эти бархатные коробочки уложены в потрясающую шелковую ткань. И такая коробка, я считаю, станет замечательным подарком к любому торжеству. Этот набор, он состоит из 25 расцветающих чаев, стеклянного чайника объемом 1,5 литра и подогрева. Наша компания также предлагает рассыпные чаи. Обратите внимание, сейчас на ваших экранах в чайнике один из рассыпных чаев, который мы предлагаем. Обратите внимание на цвет листа, обратите внимание, пожалуйста, на размер листа. Все это говорит о самом высшем качестве чайного листа и, конечно же, о вкусе этого чая. А если мы просто для начала понюхаем этот очаровательный напиток, это жасминовый чай. В данном случае мы нюхаем жасминовый чай. Очень прекрасный, вкусный аромат. Потрясающий. Обратите внимание на цвет этого напитка. Потрясающий, прозрачный, нежно-зеленый. Ну и, конечно же, вкус и аромат. А заварили мы этот чай специально в стеклянной посуде, для того, чтобы вы могли видеть, насколько чистый чай. Ни одной пылинки. Это говорит о высоком качестве этого вкусного и полезного напитка. Рассыпные чаи мы сегодня предлагаем в комплекте вот с таким замечательным глиняным чайником, который имеет красивую бамбуковую ручку. На ваш выбор предлагаются три цвета. Посмотрите, это цвет хаки. Это вот такой насыщенный цвет ржавчины и такой потрясающий синий цвет. Каждый из чайников имеет подогрев. Подогрев работает следующим образом. Вы имеете выбор между спиртовкой или между чашечкой, в которую вставляется свечка. И также в этот набор входит один из рассыпных чаев. Наша компания предлагает зеленый жасминовый чай, молочный улун или классический зеленый китайский чай. Ну, я как женщина в полном восторге от упаковки, которая входит в этот набор. Обратите внимание, вот такая вот упаковка в форме саквояжа, сделанная из кожи с потрясающими иероглифами. Внутри у нас находятся два отделения, куда мы можем упаковать наш чайник и подогрев. И подарок готов. Потрясающе смотрится, очень дорого, достойно. Вы можете смело идти в гости к друзьям, на свадьбу, на день рождения, куда угодно. В набор чайный саквояж входит один из полюбившихся вам чайников, подогрев и один из полюбившихся вам зеленых чаев. Все это компактно и красиво упаковано в персональной сумке саквояжа. Еще один набор, который сегодня предлагает вам наша компания, называется «Коллекция чая». Это действительно коллекция? Коллекция, потому что в эту коллекцию входит ассорти из трех видов зеленого чая. Это жасминовый китайский улун. Жасминовый, потому что он пропитан ароматом и цветками жасмина. Это тайванский молочный улун. Почему же тайванский молочный? Потому что выращивают его в Тайване. А молочный он называется, потому что для выращивания корни подливают молоком, а листики опрыскивают сахарным тростником. Поэтому вкус и аромат очень необычный этого чая. И также в коллекцию входит классический китайский улун. Он не имеет никаких добавок, поэтому пахнет чисто зеленым чаем. Обратите, пожалуйста, внимание на тот чай, который сейчас заварен в нашем чайнике.
Посмотрите, какой чистый, нежный зеленый цвет напитка. Посмотрите, какой крупный чистый лист. Это говорит о том, что этот чай был собран на экологически чистых плантациях Китая, был собран в этом году. Это говорит о свежести чая и, соответственно, о его вкусе. Ах, потрясающе. А упакована наша чайная коллекция вот в такой вот подарочной коробке красного цвета или золотого цвета, внутри которой находится жестяная банка для хранения чая. Я считаю, что этот набор оценят истинные любители чая. Почему? Потому что, во-первых, красивые коробки, которые сохраняют ваш чай надолго. И, опять же, три вида разного чая. Все это вы получите в этом подарочном наборе. Подарочный набор «Коллекция чая» входит ассорти из трех видов зеленого чая. Это жасминовый улун, это тайванский молочный улун, это классический китайский улун. Также входит 6 стеклянных чашек. Все это упаковано в красивую подарочную упаковку красного или желтого цвета. Прекрасным дополнением к нашим расцветающим и рассыпным чаям могут стать вот такие замечательные элегантные фаянсовые наборы, в которые входят ложечка, чашка и блюдце. Обратите внимание, насколько изящная чашка. Обратите внимание, какой красивый цветок. Да, я тоже считаю, что это очень оригинальный дизайн, потому что это не просто рисунок, как вы можете видеть. Это лепнина на чашке. И очень яркие, насыщенные цвета. И мне кажется, это очень элегантный подарок. Блюдечко то же самое. Оно имеет очень красивый аналогичный цветок, который также выполнен в форме лепнины, в таких же красочных тонах. Блюдечко достаточно глубокое и достаточно объемное для того, чтобы положить на него варенье. А упакованы наши чайные наборы вот в такие вот красивые подарочные коробки. Да, очень замечательный, хороший подарок, ценный подарок для любой семьи в любой ситуации. Наша компания предлагает несколько вариантов таких подарочных наборов. Обратите внимание, какая потрясающая оригинальная лепнина. Это жар-птица, яркие насыщенные цвета, золотая отделка. Полюбуйтесь, как это красиво, оригинально и элегантно. И блюдце также. Если вы обратите внимание, оно раскрашено в такие же тона, как и сама чашка. И каждое перо жар-птицы отделено от самого блюдца, то есть такая же лепнина. И к этому набору, конечно же, предлагается вот такая маленькая миниатюрная ложечка в форме пера жар-птицы. Вы держитесь за перо, и вы можете помешивать чай, положить сюда мед, варенье и все что угодно. По-моему, очень здорово. Такая же жар-птица у нас есть в другом цвете. Обратите внимание вот на эту чашку. Потрясающе. Она также у нас идет с ложечкой в форме пера жар-птицы, она у нас идет также с чашечкой, и к этому также прилагается блюдце, аналогично первому. Это набор голубого цвета, цветы в форме вьюнка, очень оригинальной формы чашечка, вы держитесь, также держите здесь за вьюнок, за стебелек вьюнка, и посмотрите на форму блюдца. Форма блюдца мне напоминает озеро. Такой вот необычной формы блюдца, достаточно вместительное, достаточно большое. И вот опять-таки цветы, форма цветка. Это не просто рисунок, это выполнено в форме лепнины. Также к этому набору предлагается маленькая миниатюрная ложечка. И то же самое, здесь вы видите цветок вьюна, и вы держитесь за этот цветок, и также можете сюда положить варенье, помешать сахар и так далее. Сет в форме рыбки, золотой рыбки. Оригинальной формы чашечка, здесь выполнена лепнина рыбки. И здесь, что интересно в этом сете, держите вы эту чашечку за хвостик рыбки. По-моему, это так здорово, это так оригинально. И ложечка в этом сете также с маленькой рыбкой на конце, и вы держитесь за эту рыбку. Блюдце очень красивое и тоже имеет на себе золотую рыбку красного цвета. Очень хорошая идея для тех людей, которые родились в знак рыбы по гороскопу. Очень красивый подарок и, как говорится, к месту. Еще два интересных, на мой взгляд, набора, которые отличаются друг от друга по цвету. Смотрите, это набор, который называется «Цветок». Здесь у нас лепнина в виде цветка очень интересно расположена, на мой взгляд. Посмотрите, немножечко цветка у нас на ручке, и еще цветок заходит на чашечку.
Очень интересно, красивый, насыщенный красный и сиреневый цвет. Также цветочек у нас на блюдце с золотой отделкой. Красивая вместительная чашка, вместительное блюдце. И как мама, я хочу вам сказать, что это может быть интересная идея, если у вас, допустим, двое детей, если мальчик и девочка. Мальчик, например, может выбрать себе красный цветок или сиреневый, или наоборот. А теперь новинка сезона. Сервиз «Жар-птица». В сервиз входит заварной чайник объемом 700 мл, 4 чашки, 4 блюдца, 4 ложечки, молочник и сахарница. Обратите внимание на цвета. Какой яркий зеленый, яркий оранжевый, потрясающий синий цвет, золотая отделка. И опять же, здесь хвост жар-птицы, сама жар-птица сделана в виде лепнины. Также обратите внимание на молочник в форме жар-птицы. Также жар-птицу вы держите здесь за шею. Сюда вы можете налить сливки, молоко. Такие же красивые, насыщенные цвета, золотая отделка. В этот сет также входит у нас сахарница. Обратите внимание, здесь жар-птица распустила хвост у нас. Вот, ее перья, так вот распущен хвост. По-моему, очень оригинально, очень оригинально. Еще один набор, который предлагает наша компания, набор «Автомобилист». В комплект входит две подушки для пассажира и для водителя. Обе подушки заполнены высококачественным чаем, и чай абсорбирует в вашей машине неприятные запахи. Поэтому, надев вот такую вот подушечку на пассажирское сиденье или на водительское сиденье, вы можете вдыхать чистый воздух, вдыхать аромат чая. Также подушечки наши обтянуты натуральной тканью с вот такой вот резиночкой, которая удобно закрепляется на подголовнике сиденья, и упакованы в такую замечательную коробку. Наволочка от этой подушки легко стирается, достаточно просто расстегнуть молнию и вытащить чайный наполнитель. Всю нашу продукцию можно заказать, позвонив по телефону. Или зайдя на наш веб-сайт giftonica.com. Впервые в Бруклине. 15 и 16 декабря с 12 дня до 6 вечера по адресу 2508 Coney Island Avenue состоится китайская чайная выставка-распродажа из города Гуанчжоу. Билеты в театральных кассах и по интернету www.theater.com. Приходите, будет вкусно, полезно и познавательно.